Всем привет, с вами Артур. Продолжаем проходить Devil May Cry, в который раз я уже это говорю. На самом деле уже устал это говорить, но продолжаем. Восьмая миссия без глаз. Начинаем. Помните, в прошлой части мы старичка какого-то встретили, похожего, не знаю, на Лао Цзы какого-то с полголовы. И сейчас ему нужно будет оказать услугу. Those flying bastards stole my eye. They torment me incessantly. I can't leave here without it. I'm trapped for eternity. Get me back my eye, and I'll take you to the tower. Over here, flying bastards! Go! Go! Follow them! Find their nest! Ну что ж, и это все, ну ладно, будем следовать за ними. Yeah, that's it. Lead the way. Что у нас интересно тут? О, звездочка. Это было неплохо. Поезд, это здорово. Надеюсь, меня не собьют. Заманухой пахнет. Зеленые лампочки, это же... Ну ладно. Здорово. Flying bastards! You wanna play? Ow. Так, с этим покончено, эти уже легкая добыча. Особенно с нашим-то. Какие они веселые. Чем лучше стиль, тем больше очков. Надо стараться разнообразным оружием бить постоянно. Ну вот, с улучшенными пистолетами все получается лучше. Thank you.
кажется, где-то душа кряхтит. Может быть, кажется. Ладно, улучшение способности. Мятежник новых не появилось. Ладно. Не хочу. Вот это может быть. Например, вот это так. Бам. Третьего уровня. Нет, я хотел способности посмотреть точно. Ой, опять извиняюсь. Свои чихи. Так. Ну, в целом, можно. А ладно, никаких вообще нету нормальных способностей. Лучше покачаю кулаки. Слэм, мне кажется, неплохо звучит, хотя я вряд ли его буду делать. Но пусть будет. Где-то тут душа. Ух ты, дверь. А ключ? Ключ даже есть. А где его взял, я не помню. Ну ладно, есть и есть, заходим. Окей. Времени, как всегда, наверняка дают вагон с тележечкой. Ой, это было неожиданно. Я на самом деле не хотел этого делать, но получилось неплохо. Черт. Ай, блин, черт. Ну ладно, я успеваю явно. Что за жесть? Я не понял. Так, ну быстрее. А, блин, близко было. Ну ладно. Сейчас попробуем еще раз. В этот раз хоть все знаю, легко получится. Ну вот, нельзя недооценивать, что времени типа много. Не всегда. Отлично. Пока без ошибок идем.
Ну вот, и 30 секунд еще в запасе. Чуть меньше. Да, список движений — это, конечно, здорово. Еще, по-моему, в тренировке можно оттачивать навыки. Но это не особо. Хотя можно будет потом. Успел. Обманули. Ну, стеклышко-то хрупкое. Why am I doing this for a crusty old demon? Oh yeah, that's why. Got it. You must be the eye. You fucking bastards. Ну что ж, тут, думаю, я буду больше летать. И это в целом меня устраивает. Ох уж эти щиты. Неплохо, да? Ай-яй-яй, не падай, нет. Отлично, наверное. Ну что ж, мы пролетали все. Насколько я знаю, тут может проваливаться. Так, а куда вообще надо идти? Тут три пути. Платформа 2. Way out. Наверное, это то, что нам нужно. Платформа 1. Пойду в платформу 1, почему бы и нет. Как всегда, не успел чуть-чуть. А могу ли я? Нет, не могу, ну жаль. Тут то же самое будет. А, в этот раз я готов. Нет, я... Есть. Одного не хватает. Еще один ключ где-то тут. И одна дверь. Много всего еще тут. Ну, кому, где тут этому всему прятаться, я не знаю. Чего щит-то? Ну, сломалось стекло, и что? Точнее, разбилось. Так. То есть мы сейчас возвращаемся к старику, понятно? Врагов немного. Ключ, кстати. Как мне его взять?
спокойно. Ай. Может сюда пройтись? Я вроде тут не был. Наверное, сейчас проверим. Если поездом не убьет. А, наверное, я все же достану здесь ключ. Отлично. Будете пытаться меня теперь остановить? Нет? Жалко. А дверь, наверное, может быть тут дальше. Ну, по идее, где тут еще быть? Нет, тут... Хотя, может быть, я допрыгнул бы? Не, вряд ли. Ну, какие пространства длинные. А поезда где? Вы что сделали с поездами? Да ладно, хватит. Я вас сейчас буду подкидывать по одному. Давно мечом никого не подкидывал. Так, ну и почти пришли. Почти. Сейчас еще проверю, нету ли чего-то тут. Нет, вроде ничего не было. Опа. Это все несложно. Хотя вот ледяной... Нет, он не ледяной совсем. Ой, сначала с этими расправлюсь, потом с тем. Говнище. Ах ты, ублюдок, подставил. На, опять. Ай. Так, путь открылся, но вот это мне больше интересно. Кажется, я тут раньше просто быстро А, нет, я поверху ходил, точно. Это будет долго, но мы упорные же. Ну быстрее уже. Оно что, зарастает там? Да?
не понимаю, почему я не могу сделать вертушку в воздухе вот так. Я даже не знаю. Ну ладно, попробую залезть. И отсюда уже... Да что за бред? Ладно, к черту. Чувствую, там и душа. И дверь для ключа, но... Что-то не получается. Надо было прокачивать. Who's there? It is I. The eye. You have it? Have you? I can see. I can see. Dante. You know me? No. I knew your father, Sparta. I can see him in you. Sparta was a demon. I'm nothing like him. No, of course. You are Nephilim. I can see that too. What are you? Phineas. Scholar, inventor, prophet. Demon. And until you arrived, political prisoner of Mundus. I am grateful. It wasn't a favor. You said you'd take me to that tower. Of course, my friend. Of course. This way. Ну что ж, вся глава заключалась в глазе. И мы ее завершили. Как у нас со счетом? Ничего так, ничего так. Крепкая S. Двойная S. Ладно, что ж, на этом тогда закончим. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей главе. Всем пока.